Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби 2». Ну что же, вот и наступил тот самый момент, когда я получу пиньету и пройду полностью все вот эти испытания. Так, хотелось бы глянуть, что у нас здесь будет интересного. Ну, а самое интересное, это, конечно, получить в конце солидный приз. Так, а что это у нас здесь посредине делает Лава Гуава? Причем одна. Давай поможем ей. Вау. Слушай, а Лава Гуава у меня имеет третий уровень. Третий уровень. Ну, в принципе, этого будет достаточно. Так, давай, наверное, сюда поставим крокодильчиков. Плюс луковицы боулинг. Так, обожаю, когда вот эта вот кислота появляется. Ух, как она их круто жжет, а? Ты посмотри. Они идут по ней и, соответственно, сгорают. Сделаем с тобой, наверное, вот так вот. Поставим здесь орехи. Опа. Так, а вот это было подлинненько. Так, тихо. Давай-ка, крокодильчики. А, молодцы, красавчики. Просто красавчики. Ну куда ты прешь? Куда ты вот прешь? А скажи-ка мне на милость. Зомби, куда вы там разогнались? Стоять на месте, бояться. Так я обычно говорю. Так, секундочку, орешки вот сюда выставим с тобой. Ах ты, паршивец. Ты понял, что он делает? Ну, естественно, ребята, он бросает своих этих. Так, надо вот сюда, наверное. Блин, тихо, я не успеваю, ребят. Я не успеваю. Так, еще тебя здесь не хватало. Идет, довольный, посмотри на этого гаргантюа. В плане, я не понял. Да, вот так вот, давай, стой в кислоте и гори в аду. Не надо свою вшивку здесь бросать. Не надо. Ну как крокодильчик, врежь к этому гаргантюахе. Он тут достал уже буянить. Вот и все, ребят. Делов-то на копеечку, а мне ивент понравился. Так, ты долго тут будешь мне мозги компенсировать, а? Внизу она стоит. Эх, даже меня не поставит туда Лаву Гуаву, к сожалению. Ладно, крокодильчик ее уничтожил. Ну что же, пора собирать наши награды. Надеюсь, они тут будут хорошие. Так, лили-повар. Опять лили-повар и 1000 монет. Отлично. Ну, естественно, ребята, я по второму кругу пойду. Ага, тут еще и пиньятушку мы заработали. Ну-ка, что там тут? Новый костюм на грипп-магнит. Да, ребят, прикольно смотрится. Ну что, повторим? Ну что, друзья мои, я готов. Думаю, вы тоже. Та же самая стратегия, абсолютно ничего менять не буду. Выставляем лавы гуавы. Даже я бы, наверное, вот так вот сделал. Поставил бы как можно ближе. Так, отлично. Давай-ка вот сюда вот влепим. Чтобы как только зомби появлялись, сразу же их жарила кислота. Да, это будет, я думаю, оптимально. Вон, видишь, как все происходит. Вот так вот. Так, орехи поставим сюда. Ой-ой-ой, противный зомби. Противный зомби, надо его срочно уничтожать, ребят. Слушай, он же когда погибает, вот эта штука тоже же исчезает, да? Я так, насколько я помню. Да ты припарил уже там. Разбрасывай свою ерунду. Ты посмотри, что творит, а? И этот тут опять же. А ну-ка. Гаргантюахи поперли. Поперли. Что, давай так вот сделаем. Блин, зря. Зря только так сделал, потому что все у нас и так хорошо получилось. Так, этих зажарим. Ну и вот куда ты разогнался, а? Скажи-ка мне, гаргантюа. Водяной причем. А, бьет, бьет лужу причем, прикинь. Ой, дурилка, сгорел. Ну вот. Легче легкого, я так это называю. И мы с тобой открываем пиньяты. Ага, 10 лили-повар, 3 цитрона и 1000 монет. А вот здесь был бонус. Ну что, ребята, с ивентом разобрались. Давай посмотрим, что у нас. Кстати, арена закончилась, ребята. Я получил 3000 монет. И что-то там еще. Что-то там еще. А, гемов маленечко мне дали. И... и все, сказали, отдыхай, Рэй. Аренка у нас обновилась. Я, кстати, не знаю, обновилась ли у нас с вами Пенни Пурсуит. Давай-ка глянем.
Просто хочется посмотреть. Нет, ничего у нас тут не обновилось, к сожалению. К сожалению. Ну ладно, пойдем с тобой на арену. Кстати, у нас перчатки там есть, чтобы поиграть. У нас разыгрывается здесь новое растение, да? Хокус-крокус. Вот, перчатки у меня всего лишь одна. Но я сейчас посмотрю рекламку. И у меня будет еще 4 перчатки, итого 5. И мы с тобой пойдем играть на арену. Ну что, друзья мои, что мог, то получил. Вот у меня 5 перчаток. Давай посмотрим, что у нас на турнире. 27 дней, грубо говоря, месяц будет это все у нас длиться. Месяц. Так, смотри, 5000 голды дают. Потом 20 семян на хокус. Ну, назовем его фокус-покус. Не будем тут языком, как говорится, молоть. Хокус-крокус какой-то. Фокус-покус, пускай будет так называться, по-нашему. Плюс 50 гемов, 20 пиньет. Я думаю, 20 пиньет обязательно нужно будет получить. Ну что, приступим, наверное, потихонечку с тобой, да? У нас 5 перчаток, есть гемы для откатов. Кстати, надо зайти в магазин, посмотреть, что у нас тут на распродаже. Так, бесплатную пиньету, это в первую очередь. Ну-ка, что у нас тут выпадет? Не жалеть, ну, 5 горхострелов. Ну, серьезно, что ли? Так, дешево. И опять же, челебин. Что-то они мне подсуют его постоянно, кстати, я заметил уже. Так, давай посмотрим, что у нас еще есть. За 3000 мы можем взять с тобой вот этот вот костюм на лук. В принципе, я, наверное, возьму, ребята. Потому что у меня на луке вообще нет никакого костюма. А обычный его скин как бы уже приелся. И кукуруза мне больше нравится, которая у меня в данный момент стоит скин. Он мне нравится. Так, давай посмотрим, что здесь. Ух ты. А у меня есть, да, по-моему? Есть, ребята. Угу. Мы с тобой можем сделать, смотри, либо вот эту мяту прокачивать, либо вот эту. Что это 25 стоит, да, что это? Только вот я не помню, вот эта мята для чего идет у нас? Для каких растений? Она точно у меня есть? Да, по-моему, должна быть. Ну-ка, подожди секунду, я что-то... Что-то я даже не помню. По-моему, все-таки есть у меня эта мята, она должна быть. Ну-ка, покажите мне список наших мят. Ага, вот она. И можно как раз здесь посмотреть. Кактус, каулиповер, хокус-крокус, заметь, гипношрум, то есть гипногриб, имитатор, повер-лили, слушай, зебиан-пот. Хм, а что именно она делает для них? Даже не знаю, друзья. Ну, для кактуса понятно, а для остальных, как она работает, не ясно мне. Ладно, давай мы, наверное, знаешь, что с тобой сделаем? Ну, это уже так, наше, как говорится, баловство будет. Мы... Не понял, фу ты, ё-моё, я уж думал, что-то не то. Вот здесь вот возьмем с тобой парочку пиньет, да? Так, 10. Ох, ёлки-палки, 250 нужно, ребята, 250, обалдеть. Это чтобы открыть нам, да, фокус-прокус. Давай еще тогда одну пинетку возьмем с тобой. И все, не более, ребята, а то я знаю, я сейчас как зайду в азарт и все тут спущу. Ух ты. Гипнокапуста. Ладно. Побаловали, как говорится, и хватит. Нам с тобой нужно... Слушай, а что будем покупать? Вот давай посмотрим. Можно, в принципе, приобрести кактус, да? Кто-то попросил киви. Кто-то попросил солнечную жабу. Кто-то говорил, что ледяной дракон хорош. Хм. Имитатор вообще, говорят, супер-пупер имбовая. Слушай, может быть, имитатор возьмем, а? Для начала. На этом месяце, ребята. Короче, я делаю такую кандидатуру. Имитатор, яблочная мортира, кактус или солнечная жаба. Вот. Раз, два, три, 4. Давайте вот из этих 4 вы проголосуете за одно из этих растений, и на следующей серии мы с вами приобретем его. Так что пишите в комментариях. Ну, а мы с тобой идем на арену. Да, мы идем с тобой на арену. Так, Эмо. Я на самом последнем месте, я так понимаю, да, сейчас нахожусь. Потому что я здесь ни разу не дрался.
Ё-моё, нифига тут. Ну, зашибись, ребята. Да, тут у нас и, блин, и космические эти, да, роботы и все тому подобное. Я не знаю, нужен ли нам тут рис. Возьму гипнокапусту, наверное, сюда. Плюс ко всему, может, лавгуаву взять. А с другой стороны, зачем она мне нужна здесь именно? Там еще и елки-палки. Там еще и динозавр будет. А он что делает? Он у нас ускоряет врагов. Наверное, придется нам взять с тобой мины. Скорее всего. Электрические горохосты. Елки-палки, а там, смотри, зомби с хорьками. Он будет хорьков выпускать. Соответственно, что нам нужно тогда будет? Блин, а что нам нужно будет? Я не знаю, что, что. Три стрел, фигня полная. Короче, ребят, по-моему, мы тут сейчас будем с вами фейлиться. Ладно, мы с тобой пока возьмем навскидку, да? А там уже будет видно, кто нам нужен будет. Так, пускай будет у нас с тобой подсолнух и... Может быть, Дейзи взять? Тут еще, видишь, чувачок с лопатой, а его нужно, ребята, бомбить сверху. То есть должна быть катапульта. Ну вот так вот, что ли, я не знаю, ребят. Давай попробуем. Ну, проиграем так проиграем. Ну что я могу сделать, ребят? Так, let's rock. Нет, подожди, вначале... Вначале поставим с тобой, наверное, мины. Фокус-покус, если я не ошибаюсь, ребята, он делает следующее. Когда зомби подходит близко, он его отправляет на самое начало экрана. По-моему, так. Я могу, конечно, и ошибаться. И я также не знаю, ребят, наносит ли он урон. Или он просто телепортирует их. Давай, наверное, возьмем с тобой. И все, что ли? Больше мне не хватило, да? Ладно, два подсолнуха. Поехали. Будем смотреть. Будем с тобой наблюдать. Эй, сразу с пиратов. А че так? Серьезно-то? Че с пиратов-то сразу начали? Ну, зашибись. Вы сейчас серьезно, блин? Так, вот тебя тут только не хватало. Сейчас ребята будут ускоряться. Блин, пираты, вы достали. Вы достали в корень. Ой-ой-ой, тут еще эти. Вот, ребята, хорьки эти бегут. Так, а против хорьков как раз электрический очень даже хорошо помогает нам. Что-то у меня подсолнухов, наверное, маловато, да? Я смотрю, с энергией вообще беда какая-то. Давай сюда влепим. Оу, так, летающие, летающие, ребят, пошли. Правильно, обратно его. Нечего им тут делать. Что, мины, наверное, с тобой немножко расплодим. Йоу, ты, блин, сейчас серьезно? Ты видел, что он сделал? Да как ты так сюда попал-то? Не, ребят, ну, если так сейчас будет, тут, конечно, трэш полный. Посмотри. Посмотри, что происходит. Фокус-покус. Он не помогает мне вообще никак, ребят. Фокус-покус, блин. О, там еще и с лопатами идет чудило. Надо его, наверное, ага, надо. Если бы я мог бы его давануть, я бы уже даванул бы. Сейчас начнет перекидывать, да? Тут еще и летающие, ко всему прочему, идут. Да, друзья, по-моему, все. По-моему, приплыли. По полной программе я тут встрял. Тут, оказывается, надо было взять... Ну, хотя бы клевер. Хотя бы клевер. Нет, 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 нет. Тут... Я даже не знаю, как это назвать. Расколбас полный. Просто расколбас полный. Вот и все. 50 секунд впереди еще остается, а у меня уже тут ничего не осталось. Ну, да давай ты бомби. Трындец. Не хватает монет. Ну, монет, ты понял, энергии не хватает, ребят. Не хватает элементарной энергии у меня. 30 секунд, говорят, осталось.
А тут вон Гаргантюа прет, гигантус. И вроде бы я бы не сказал, что мы тут как бы слабенькие, да? Но, ё-моё. Не дают мяты. Ой, мяты. Не дают мне здесь достаточное количество этих удобрений. И вот это еще динозавр, который ускоряет, это, конечно, жуть. Это жуть, ребята. Но, тем не менее, здесь мы с тобой выиграли. У нашего оппонента, как ты видишь, у нас почти 200 тысяч очков, а у него всего 53,5. И брал он вот такие, я не знаю, зачем он брал именно вот такие растения. Он, наверное, хотел под гипнозом бомбить. То есть, ну, как бы, съедает гипногрипп, да, и становится на нашей стороне зомби. Но это, я кажется, ребята, ну, это ерунда. Здесь это не работает. Ну что же, давай дальше двигаться с тобой. Что-то хочется заменить. Так, ну, во-первых, наверное, клевер нам надо взять. Или не надо брать его? Или надо? Вот сиди теперь и думай, надо ли... А у нас гриб вот этот вот, который может дракончика приворожить. Он... Нет, он как всегда... Вот зачем он дается тогда, если этот гриб нельзя использовать, ребята? Я вот просто вот удивляюсь. Блин, вот здесь бы кактус хорошо бы был. Эх, друзья мои, кактусенок бы, да? Представляешь, он здесь поставил, он так-то бомбит через весь ряд полностью, да? Летит его. Как типа нашего этого... Электрического горохострела. У него тоже снаряд летит через все ряды и бьет током. То же самое и у кактуса. Только есть один небольшой плюсик у кактуса. Он прячется, и шипы его может убить только лишь Гаргантюа. Вот так вот. Ну что же, я не знаю, может быть, попытаться таким же составом пройти. Может быть, капусту убрать. Но она хорошо помогает, понимаешь? Капусточка вот эта вот. Рис клейкий. Ну, рис клейкий, наверное, можно было бы убрать. Можно было бы взять и Дейзи. Она бы замедляла ряды. Соответственно. Слушай, а если действительно взять Дейзи, только вместо кого? Вместо риса не хочу. Капуста нужна. Кстати, капуста у нас 4 уровня, поэтому она такая крутая. Ладно, фиг с ним, давай попробуем еще. Мы, знаешь, как сделаем с тобой? Как только кому-нибудь мы проиграем, мы просто посмотрим, что-то будет у противника, да? И мы с тобой, грубо говоря, попробуем той комбинации и посмотрим разницу. Блин, я забыл, что здесь эти пираты. Бумс, вот это, конечно, плохо, ребят. Мы телепортируем обратно зомбарей туда на начало, да? И они взрываются. Видишь, тут как бы разведка боя. Во-во-во-во. Так, давай кому-то, наверное, электрические горохострелы. Пускай бомбят. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Да ну быть такого не может, чтобы они просто-напросто проходили вот так вот на изи. Еще под этим чертовым ускорением, да, конечно, тут любой так сможет выиграть. Вот, смотри, что творит. Ну вот как вот я тут должен, извини меня, он всех тут давит, все ломает на своем пути. Это, я считаю, нечестно, несправедливо, ребята. Еще вот это вот меня вообще удивляет. Вот что вот он делает, я не понимаю, ребят. Гипнокапуста просто помельтешила и все. Просто помельтешила и все. Никакого больше эффекта она не делала. Эхе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе, ну. Да что ж ты, что ж ты так вот. Давай, родной, мне не хватает энергии. Не хватает, подсолнуков куча. А тутку мало. Фокус, покус, блин, давай помогай. Так, опять вышли, да, эти голубчики. Опять вышли эти голубчики, ребята. Все равно я считаю, что электрический горхострел, но... Не сказать, что он имба, но он крутой. Он крутой. Ю-ху! Что, все? Приплыли мы с вами, да? Как всегда. Нет, летающие нервируют. Нервируют и все. Давай, бомбы, мины, что угодно ставим. Вроде бы
Почему ты дальних-то берешь? Я не понимаю, в захват. Зачем мне нужны эти дальники? Ты бери ближних. Да, тут, конечно, раздавили мы их. Понятное дело, раздавили. Так, тут-то что? Естественно, ускоряются они. Потому что там вот эти вот динозавры их, ребята, подталкивают. Что у нас там по очкам? Пока лидируем. Но у меня ничего не осталось. Ни подсолнухов, ничего. И они, как ты видишь, опять же под ускорением бегут. Просто под ускорением. Нет. Фокус-покус. Я считаю, что это не очень хорошее растение. Я бы не сказал, что оно супер-пуперское. Если бы оно их уничтожало бы, тогда да, был бы в этом толк. А здесь нет. Не нравится оно мне. Так, ладно, это у нас с тобой вторая победа. Мы с тобой двигаемся дальше. Отыграем все перчатки и будем заканчивать. А их у нас с тобой еще, как ты видишь, 4 штуки. Что бы сделать? Может быть, все-таки убрать нам с тобой рисовую? Рис. Если я рис уберу, кого тогда ставить? Эту капусту. Арбуз? Или лаву гуаву, например. Или мяту какую-нибудь можно было бы поставить. Но она будет занимать, ребята, много времени на перезарядку. Поэтому я, наверное, все-таки сделаю вот так вот. Раз он ускоряет, мы будем их, ребята, замедлять. Так. Let's rock. Нет, reload. И поехали. Начинаем с пиратов, как обычно. Я буду начинать выставлять потихонечку Дейзи. Не спеша, потихоньку, пускай не бомбят. Так, минушка. Так, правильно этого хламона. Оу-е, оу-е, вот и оу-е. Вот сколько, блин, наверное, надо сюда все-таки брать, знаешь что? Блин, сейчас слопает. Нет, не слопает. А этот? Этот-то зомби. Ну? Дейзи, я вас зачем сюда ставил? Для того, чтобы вы замедляли. Во-во-во-во-во-во-во. Пошел, пошел под ускорением, ребята. И съест. Схавал. Ну и что? Вот здесь вот вы не можете вот это вот все одолеть? Да чушь собачья полная. Так, давай вот так вот сделаем. Почему-то Дейзи мои не хотят, ребята, здесь выплескивать свои облачка. Вот что я не могу сказать, что-то не вижу я. Облако вот это замедляющее. Вот, первое, которое вышло. Ну неужели? Пошло, поехало. Так, давай вот так сделаем. А что это за звук? А, понял. Дискотека, да? Пришла. Ну-ка, плоди. А этот хавает там. Этот хавает. Ну, вот что значит, когда нету внизу электрического горохострела. Вот и все, ребят. Начинаем опять фейлиться. Видно, капусту сейчас съедят, да? Еще и ускорять. Да тут, ребята, из-за ускорения все. Из-за вот этих вот динозавров. Все из-за них. Они очень сильно здесь мешают. Очень сильно. Смотри, у меня уже практически никого не осталось. Может быть, зря я взял Дейзи. Тут опять же, не знаешь, кого взять. Как тут предугадаешь, кто здесь самый лучший? Да не знаю, ребята. Но я вижу, горохострел очень электрический именно. Очень хорошо бомбит. Особенно вот эти вот механические безделушки, так их назовем. И он наносит урон конкретный, ребята, урон. Давай так, сделаем с тобой. Бежит арабушка. Так, что у нас там с тобой? Ну, мы тут опять же каким-то чудом выигрываем пока. Пока, ребята. Все. На 40 тысяч очков мы выиграли. Блин, вот у всех есть, видишь,
орех взрывной. Блин, а у меня его нету. Так, ну что, давай посмотрим, что у нас тут с тобой в этих двух пиньятах скрывается. Так, Лили Повер. Я уже не знаю, наверное, можно его пропать на несколько уровней вперед. И высокий, ребята, орех. Вот и все, что нам дали. Так, и 20 семян на фокус-покус мы с тобой получаем. Итого у нас 90 получается. Ну что, надо получить как-то гемы. Я думаю, что есть у нас шанс с тобой их заработать. Гемы нам пригодятся для тех же самых откатов, если что. Нет, Дейзи я сейчас тоже буду убирать. Ну, не знаю, ребят. Дейзи, не то это все. Надо таких вот растений, знаешь, которые наносят массовую атаку или как-то замедляют врагов. Что-то вот в этом роде. Вот видишь, тут взрывные очень хорошо рулят. Показывают. Взрывные растения. Взрывные. Вот нету лозы, у меня жаль. Лоза была бы тоже здесь великолепна. Из взрывных у меня вот только доступна вот эта вот мята. Взрывная, так ее назовем, да? Что еще? Еще нам здесь... Блин, этот орех. Орех закрыт. Виноград. Кто-то, видишь, брал виноград. Специально ребята брал. Именно под них. А мне здесь некого больше влепить. Но если только вот эту щумину. Вместо кого? Вместо... гипногрипп, что ли? Может быть, вот так вот? Давай попробуем. Что-то мне кажется, что это будет первый фейл сейчас. Если честно. Так, значит, let's rock. Ой! Твою же налево, что сделал? Ох, тупанул. Вот это надо было так тупануть сейчас, а, ребята? Скочит. Вот. Почему он уже ускорился? Вот объясни мне. С какого, блин, перепуга? Я не понимаю. Ускоряется он мне здесь. Ой-е, орёт он там. Ну, влупляем. Бумс. Так, тихо. Куда ты? Разогнался он там, понимаешь ли. Конечно, мины здесь надо расставлять. И горохострелы, хотя... как мы уже поняли... идет, вот и здесь пройдохи прошли. Вот здесь пройдохи прошли внизу. Сейчас попробуем... блин, и тут прошли, а. Да фиг ли твой... оу-е. Вот скажи мне, что... оу-е, блин, вон. Они уничтожают все налево и направо. Твое оу-е здесь не работает. По-моему, вообще хуже некуда играем, ребят. На электрических горхострелах решил отыграться. Отыгрался, елки-палки. Лучше не придумаешь. Давай, врубаем. Вжаривайте. С энергией, ну просто беда. Ну просто, ребята, беда какая-то. О, полетели. Гладранцы. Просто летят и все перед собой уничтожают. Все просто уничтожает. Нет, друзья мои, это... бред. Нет, электрический горохострел нормально, все работает. Но вот насчет мяты, то, что я взял взрывную, ровным счетом ничего не дает. Может быть, замедляшка бы нам здесь помогла. Может быть. И то под большим вопросом. О, видишь, съели. Все из-за того, что вон там вот эти драконы, которые находятся на самом начале, они когда выходят, они дают ускорение, ребят. Дают ускорение именно зомбарям.
Ну и те, в свою очередь, естественно, разбегаются и несутся, сломя голову. Он, видишь, бежит, блин. И как ты вот против него тут будешь... ну, как ты сможешь устоять? Да никак. Смотри, он брал звездочки, брал мяту-заморозку. Зачем, ума не приложу, здесь, вот, вот именно здесь, она ни к чему. Так, ну что, пойдем с тобой за тремя пиньятами, которые у нас будут после вот очередного боя. Давай, поехали. Все, ребят, меняем. Меняем нафиг ядрение фени наш состав. От этих мин тоже толку никакого. От этих мин вообще от всего здесь нет толка. Эту мяту я тоже хочу убрать. Эту мяту я тоже хочу убрать. Ну и вот что ты мне прикажешь здесь ставить? Что? Да и нечего, понимаешь? Особого выбора нету. Я не знаю, ребят, как вот этот вот, хорошо ли или плохо он будет себя вести. Но видишь, тут пониженная атака, значит, убираем его. Этот, этот бы помог бы, наверное, нам. Может быть... Не будем брать. На гриб. Как ни крути, а вернулись мы с тобой. И вот от подсолнуха тоже здесь, по-моему, толку нету. Можно мне... Трындец. Можно мне, хотел сказать, команду изменить. Изменил. Ое, ое, вот и ое. Изменил команду. Да, красавец. Ну давай ты, гипногриб, сюда вставай. Оу-е, оу-е. Те оу-е. Куда ты бежишь? Опять, да, электрических навтыкал тут целую кучу, вот которых, блин, сейчас... Ты видел? Я в шоке был сейчас, как эти газанули. С какой, блин, скоростью. Вот куда ты прешь? Бежит он тут. Самый такой пик приходится вот, вот когда вот, вот эти вот, видишь, вот сейчас будет. Вот они бегут. Влупляем. Оу-е, оу-е. И оу-е. Так, ну что у нас тут? 39 тысяч, что-то как-то маловато очков. Тебе не кажется? Залетает прям как к себе домой, ты понимаешь? Прям как к себе домой заходит. Гипногрип родной, давай, помогай. Где он там? Стоит? Да он-то стоит, а толку-то от этого. Во всем виновато ускорение. Во всем абсолютно виновато ускорение. И что сейчас они тут? Оп, и пробежали. Ладно, хоть даванем мы их тут чуть-чуть. Что, танцы-шманцы начались, да? Ну, я так и понял. Начались танцы. Танцы. Так, подожди, 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 подожди. Летит, да, летит. Все-таки... Во-во-во, этого давай, Гаргантюа, нормуль. Не так, так, так мы его завалим. Ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, мы проигрываем с вами. Кстати, вот что я тебе хочу сказать. Проигрываем по очкам. Это что такое трэш пошел? Ты посмотри. Ёлки-палки. Трэшовенько, очень трэшовенько. Я тебе скажу, тут против меня всех пошло. Гаргантюа херванули, прикинь. Еще и давай, давай, еще ускоряй. Ускоряй, конечно, ну что, что ему сказать? Куда он тут разогнался? Фу, мы с тобой еле-еле, ребята, успели оторваться. Смотри. А? Он брал уменьшатор. Слушай, а может быть действительно уменьшатор взять? И брал вот эту вот мяту. Так, ну что, три пиньеты. Давай посмотрим, что здесь. Так. Редиска. Лили Повер.
И все? По-моему, было три пиньяты. Ладно, я, ребят, на втором месте уже. И у нас тут будет последняя перчатка. А сколько там не хватает нам? Ага, еще один бой мы с тобой делаем. Если выигрываем, получаем 50 гемов. 50 гемов, ладно. Я согласен. Мне такой расклад совсем нравится. Что за орик? Орик будет. Ну-ка. Может быть, вишню взять? Вишню. Хм. Боник можно было бы, да, наверное, взять. Все-таки здесь. Их, ребята, здесь дофигища, поэтому, думаю, боулинг здесь, ну, нормально так должен зайти. Че, поехали? Let's rock. Посмотрим, насколько... Насколько хорошо мне здесь поможет наш боулинг. Сюда мы его поставим. Сюда. Так, подожди, что-то тут. Я ж немножко растерялся. Так, секунду. Ну вот, начинается, видишь? Жестко. Так, шторм. Ну, естественно, ребят, как шторм, все, тут сразу начинается. Ханашечки, да? Вот они хотят сказать, что вот этот фокус-покус мне здесь вот должен как-то помочь. Как он мне здесь вообще может помочь, объясни? Да никак он мне здесь не поможет. То, что они думают, что я буду растения назад все откидывать, так их от этого еще больше становится. Еще больше, ты понимаешь? То есть это как по накопительной идет. А они думают, что у меня здесь все на изи. Угу, на изи, нафигизи. Трындец. Ну просто трындец. Ёлки ты моталки. Началось. Началось. Нет. Не могу, ребят, не хватает нервов, блин. У меня, вот серьезно тебе говорю, не хватает. Ну смотри, он все разнес. Абсолютно все разнес. Все, что можно и нельзя. Правильно, давай этих последних супостатов своих вызывай, елки-палки. Сюда влеплю. Причем вот эти вот, которые у нас с тобой были, да? Удобряшки. Вот они на всю игру даются. Больше их нету. Понимаешь? Больше удобряшек здесь нету. Йо, просто посмотри, что, какая армада на меня тут идет. Просто сминает все на своем пути. И я по очкам очень-очень сильно проигрываю. И это 21 секунда остается до финала. Не, не прокатит, ребят. Все, последний мой электрический горохострел уничтожили, ребята. И мы сфейлились. К сожалению. Можно, конечно, применить откат. Ну и что? Ну да, гранатик. За счет гранатика только ты и выиграл. Ладно, ребята. Перчаток у нас с тобой нету больше. Надо будет ждать следующей серии, следующего дня. Но в данный момент я нахожусь пока на втором месте. На первое место, естественно, я фиг попаду. Так, что у нас тут? Два гема, да? Окей. Так, а здесь конфетки. Слушай, у нас 14 тысяч. Может быть, какое-нибудь растение все-таки улучшим, если у нас ивента нету. Ивенты у нас все на конфеты только. Конфеты мне особо сейчас не нужны, ты сам видишь. Я могу себе купить две мяты по соточке.
А вот прокачать растения всегда надо, ребят. И здесь у меня что? Блин, персик. Персик, магнит. Ну, давай, наверное, вот этого прокачаем. Солнечная фасолька. Вот так вот. Ух ты. Давай-ка вот этого, наверное, прокачаем, да? Сладкий перец. Норм. Так, и еще 5000 остается. Мы можем с тобой улучшить. Ну да, чеснок. Пускай будет. Ну что, как-то так. Ладно, друзья мои, на этом я буду заканчивать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.